Выбрасываем бутылки, стекло. Видите, у нас здесь мусорные баки различные для три селектив. Саньку приучаем беречь природу. Браво, Жюри! Сегодня 15 августа. Религиозный праздник Ферагоста в Италии. Народ отдыхает. C'est sûr, hein. Ils repassent même pas ici pour pas utiliser l'électricité parce qu'elle est chère. Pour voir s'il paye 350 euros. Ouais, exactement. Слышишь лягушек? Тантали грынуй? Смотрите, как красиво. Внизу такие цветы сиреневые. Вон там небольшое озеро. Ой, шпансер. Муж говорит, что раньше было, наверное, озеро большое и высохло все. Ругать, Шири! Ва-ва, вьян! Какая красота, девчонки. Делюсь с вами немножко. Тонато. Это теленок. Grazie mille. Под соусом из тунца. И к нему полента и грибы, перчик.
Attrapé? Мы приехали на озеро Ла Вороны, но дождь. Так что ловим рыбу под дождем. Не двигайся. Tu fais attention. Reste tranquille. 10 minutes. Un quart d'heure. 1 heure. 2 heures. Mais après, on fera. Мальчишка у меня не хочет уходить, потому что рыбу не поймал. А у нас дождь. 10 часов. Русская. Я посмотрела. Метео. До 5 часов. Бежим. Санька тоже хочет снимать.